Врожденные заболевания скоро останутся в прошлом. Ученые утверждают, найден способ создания идеального человека. Каким будет новое генно-модифицированное общество? Мы можем делать доктора наук. Мы можем делать мастера спорта. И к чему могут привести генетические эксперименты над людьми? Что будет, если Китай поставит на поток технологию внедрения интеллектуальных генов? Тайны Чапман. Сегодня в 17:00 на РЕН-ТВ.